Він надає перевагу насиченому зухвалому смаку, що найкраще відтіняється червоним. Вона вишуканому легкому, що краще поєднується з білим. Та коли обидва смаки досконалі, це треба просто визнати. Вілла Крим. Так смачно. Чего ты подскочила? Ложись спать, рано еще. Да кошмар приснился про Костю. Че это тебе Костя снится? А ты что, опять уезжаешь? Угу. Заказ пришел, надо ехать. Сень, ты за этот месяц 3 дня дома был. Сав, что ты хочешь, а? Ну, хочешь, я могу не ехать. Только кто кредит платить будет? Я или ты со своего соцобеспечения? Слушай, где контейнер? А, я найти не могу. У Вани в четверг день рождения. Я помню. Что ты помнишь? Славочка, я успею вернуться. Правда, не психуй, я успею. Ты, кстати, ключ мой не видела? Нет. Не могу. Слушай, может, в ящике, а? Слушай, какой бардак, а? Ты, главное, ничего не трогай, я приеду, уберу. Сень, мне кажется, это знак. Не надо тебе никуда ехать. Откажись лучше. Еще этот сон. Слушай, какой сон, а? Слушай, ну нет его здесь. Возьму запасной, приеду, разберусь. Там же твой талисман. Ну что? Слушай, ну я столько лет ездил без талисмана. Съезжу еще один раз. Ничего страшного не произойдет. Ладно, значит. Иди отдыхай, спи. На погрузку опоздаю. Угу. Ну, давай. Ну, пока. Солнышко мое, просыпайся. С днем рождения тебе. С днем рождения, малыш. Просыпайся, просыпайся. Песенку праздничную споем? Мам, ну какая песенка? Мне уже 12. И потом, на все мои дни рождения с песенкой о Ванюшке-Ванюшке вы будили меня вместе. Ты и папа. Он что, еще не вернулся? Папа вечером приедет, и мы тебя вместе поздравим. А сейчас давай, вставай. Пойдем позавтракаем вместе, а то мне на работу. С днем рождения, малыш. Вставай, 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 ну. Алло, да, привет, ну. Алло, ты чего трубку не берешь? Да я в маркете закупалась. А как мой брательник приехал? Нет, пока. Обещал быть к 6. Слушай, я чего звоню? Мы с Костей будем позже чуть-чуть. Я хочу после работы к своей маникюрше заскочить, а Костя в дороге застрял. Так что он вернется, и мы сразу к вам. Угу. Подожди, а Костя что, в рейсе? Он же до пятницы выходной. Слава, ну ты что, вчера родилась?
Срочный груз, все в разъездах, вот и пришлось. Но самое главное, недалеко. Слушай, а ты чего так распереживалась? Да нет, просто сон странный видела. Какой сон? Давай я тебе вечером расскажу. Ты набери мне, пожалуйста, как Костя приедет. Наберу, давай. Пока. Да. Сень, привет. Ты к 6 точно будешь? Я Ваньке пообещала. Слав, ну если я сказал, что буду, значит буду. Подарок без меня не открывайте. Хочу его в глаза посмотреть. Хорошо. Все. Обнимай сына. Давай, пока. Пока. Софья Степановна, здравствуйте. Здравствуй, Славочка. Так, продукты, лекарства, квитанция. Славочка, присядь хоть на минуточку. Чайку попью. Софья Степановна, не могу. У меня у Ваньки день рождения. Еще адресов куча. Квитанции я плачу. До свидания. Славочка, соседей моих надо в полицию сдать. Чего, дебоширят? Хуже. Колдуют. Иголки мне в двери тыкают. Смерти моей хотят. Софья Степановна, да вы не волнуйтесь. Я вас в обиду не дам. Не бойтесь ничего. Все будет хорошо. Да. Ну, все. Ну, правда. До свидания. До свидания. Борис Дмитриевич, здравствуйте. Проходите. Как самочувствие? Порядок морской. Это хорошо. Так, вот, все, что было в рецепте, сразу примите. Почему это у вас так пахнет? Ох, Господи. Борис Дмитриевич, ну что же вы, а? Я же вам в памятке написала, проверяйте газ. Да вот, решил чаю попить и забыл. Совсем дед старый стал, память отшибла напрочь. Так, не надо, вы еще очень даже крепкий дед. Плиту не включать. И окно не закрывайте, пусть как следует проветрится. Есть. Борис Дмитриевич, не пугайте меня, а? Свечи я вложила. Спасибо. Значит, договорились, детей к 6 привози. Пашка привезет. Ему с твоим переговорить нужно уже будет. Да. Ну вот. Конфеты забыли. Ой, точно. Спасибо большое. Все, до встречи. До встречи. Такая молодая, сыну уже 12 лет? Ну, бывает. Залетела. На втором курсе училась юридического. И хорошо училась, но... Пришлось в академ. А потом мама с инсультом слегла. Вот она дома и осела. За Сеньку замуж вышла, а потом мама умерла, так она и осталась не у дел. А вот пакеты бабкам возит. Идем работать. Костя вернулся, слава богу. Так куда я денусь-то? Да, никуда. Ты сегодня случайно по дороге не встречал? Да нет. Мы с ним вообще в последнее время на трассе мало виделись. Да, понятно.
Я побегу, мне в контору нужно. Мы с Милкой вечером будем. Да, хорошо. Ты как раз вовремя. На сегодня все. Слушай, помоги. А то я с этими инструкциями, договорами скоро совсем с ума сойду. Они же каждый месяц меняются. Люб, давай не сегодня. У Ваньки день рождения. Ну, пожалуйста. Ну, я вообще без тебя не справлюсь. Ну, ладно, давай. Только быстро. Спасибо. Закончила бы свой юрфак. Работала бы у нас юристом. И у меня бы меньше проблем было. Ну что, понравились тебе наши подарки? Да, пацаны, спасибо. А родители тебе что подарили? Пока ничего. Сейчас батя приедет, что-то подарит. Но у них кредит за фуру. Поэтому они вряд ли подарят то, о чем я мечтал. Приветик. Милочка, привет. С именинником? Спасибо, дорогая. Слушай, Костя застрял на разгрузке, так я на своих двоих к тебе летела. А. Так, где именинник? Детская с ребятами. Ну, ты проходи, у вас как раз сладкий стол. Проходи. О! А Сеня не вернулся еще? Нет еще. Он в последнее время вообще практически дома не бывает. Из рейса в рейс, из рейса в рейс. Работает как проклятый. Ну, что ты хотела? На себя работает, не на дядю. Можно подумать, у него был выбор. Ванька расстроился, что папа на день рождения не пришел. Подарок, наверное, я сама вручу, чтобы праздник не портить. О, подарок! Кстати, как тебе маникюрчик? Очень красиво. Так, вот. Костя говорит, что деньги – это лучший подарок в любом возрасте, так что… Ну, сама вручусь, хорошо? А, ну да. Ванюш, зови ребят на сладкий стол! Племяшек, привет, ребята. С днем рождения. Это тебе от меня и от дяди Кости. Будь здоров, расти большой, слушайся родителей. Спасибо. Пожалуйста. Ванюш, а это тебе от нас с папой. Ух ты! Спасибо! С днем рождения, малыш. Space FX Phantom. Вау, классный дрон. 6 осей стабилизации, камера 0,3 мегапикселя, автовзлет. Высота полета 120 метров. А выше 80 и не взлетит. А вот и взлетит. О, это, наверное, папа. Передавай спасибо. Хорошо. Алло? Да. Ух ты! О, Господи. Что случилось? Да, хорошо, я поняла. Что случилось? Сеня в аварию попал. Сейчас в больницу. Я поехала. Я с тобой. Давай за ребятами присмотри. И Ване не говори ничего. Скажи, что меня на работу вызвали. Слушай, хорошо? Thank you.
что здесь делаете? Сюда нельзя. Это операционный блок. Выходи. У моего мужа сейчас оперируют. Мне никто ничего не говорит. Вы в своем уме? Выше быстро. Не, просто немедленно. Мой сын, я не знаю, что ему сказать. Пожалуйста, извините. Алло, да, Вань. Мам, что с папой? Он в больнице? Ванечка, все будет хорошо, не переживай. Что с ним? Он попал в аварию? Вань, пожалуйста, ты только не нервничай. Где твой... Ваня? Алло, где твой ингалятор? Где тетя Мила? Тише! Ваня, ты что с тобой? Ты что, миленький? Боже, тебе же нельзя волноваться. Давай, дыши. Алло. Да все нормально, я его успокоила. Ингалятор уже дала. Как там Сеня? Мил, я пока не знаю. Я тебе перезвоню. Пожалуйста. Ради бога, извините, мне нужно знать, что с моим мужем. Семен Милорадов. А, дальнобойщик. Да. Операция еще не закончена. Сергеенко его оперирует. А он у нас еще и не таких с того света вытягивал. Так что давайте, езжайте домой, а завтра утром позвоните в отделение дежурной медсестре. Я не могу просто так уйти, я должна его увидеть. Пожалуйста. Хорошо. У нас подождешь. Спасибо. Милорадова. Да. Что с моим мужем? Компрессионный оскольчатый перелом нижнего отдела позвоночника со смещением. Разрыв мениска. Перелом голени. Еще кое-какие мелочи. Но жить будет. Жив. Спасибо, доктор. Вы не понимаете. Я 5 часов собирал его по косточкам. 6-й позвонок в дребезге. Возможно, понадобится сделать еще одну серьезную операцию. И даже при этом я не могу гарантировать, что он сможет передвигаться самостоятельно. Он спит. Приходите завтра. Спасибо вам большое. Спасибо. Слава приехала. Ну что, как там Сеня? Жив. Прооперировали, завтра к нему поеду. Как Ванька? Уснул. Еле его уложила. Ты извини, он, наверное, услышал, как я с Костей разговаривала. Вот и разнервничался. Слава, я в полиции был. Они признали Сеню виновником аварии. Страховая отказывается оплачивать ремонт фуры. Они проверили документы, говорят, что Сеня уснул, потому что не выдержал правила отстоя. Ну, главное, чтобы Сене было все хорошо. А с этим разберемся. У вас 1 минута. Сенечка, милый. Прости, я к Ваньке хотел успеть. Даже порожняком поехал. Главное, что ты жив. А с остальным мы справимся. Мы же сильные, правда, Ванюш? Все, достаточно. Ему нужно спать. Мы тебе кое-что принесли. Вот. Ты дома оставил. Все, уходим. Доктор, скажите, он будет ходить. Что нужно сделать? Можно попробовать заменить поврежденный позвонок эндопротезом.
И еще пластину для фиксации, чтобы укрепить позвоночный столб. Другими словами, поставить имплант. Но это дорого, и страховая будет возражать. Почему? Существуют же квоты. Существуют. Давайте так, я постараюсь договориться. А пока вот лекарство. Дорогое, в больнице его нет. Хорошо бы начать принимать его уже сегодня. Оно поможет вашему мужу продержаться, пока мы будем заниматься квотой. Спасибо. Извините. Мам, я нашел. Вот, как правило, компрессионный оскольчатый перелом сопровождается нарушением опорной функции позвоночника, снижением или отсутствием чувствительности. Ванюш, все будет хорошо. Я в аптеку, а ты суп себе разгуди, хорошо? Сколько можно, а? Вы литрами меня эту химию вливаете. Давайте уже домой отпустите. Ваш позвоночник пару дней назад по кусочкам собрали, а вы уже домой собираетесь. Есть такая мысль. Совсем рехнулись. Жена столько денег потратила, чтобы вас на ноги поставить. А вы тут самодеятельность устраиваете. Я просто хотел встать. Встать он хотел. Да вам даже двигаться лишний раз нельзя. Извините, я больше не буду. Сколько? $500. Надо дать. Все-таки твой брат. Ну да, надо. Ну ты вообще понимаешь, что это только начало? Слава говорит, что она все деньги на лекарства отдала. И просрочила выплату по кредиту. Кредит за фуру, что ли? Ну да. А еще говорит, у них 15 тысяч долга. Да. С банком шутки плохи. Надо дать. Хотя бы на месячный взнос. $500 найдем. Зайдите, пожалуйста, к нашему менеджеру. Хорошо. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Мне сказали, у вас есть ко мне вопрос. Здравствуйте, Слава Анатольевна. Садитесь, пожалуйста. Мне очень жаль, что так случилось с вашим мужем. Но поймите, банк – это неблаготворительная организация. Заемщик пострадал в аварии, фактически стал безработным. А ваша зарплата… Ну, вы уж простите, но с нее четвертая часть ежемесячного платежа не выплатить. К тому же у вас ребенок, и жить на что-то надо. У нас есть свой дом. Да, но это единственное жилье. Вы не можете быть ни поручителем по кредиту мужа, ни заемщиком. У вас нечего предложить банку. Я просрочила платеж всего на 4 дня. Да, это в порядке допустимого, но вы закрыли этот вопрос в этом месяце, а что будет в следующем, и так далее, и так далее, и так далее. Муж поправится, и мы внесем всю сумму согласно договору. Ну что ж, хорошо, если так. Но, к сожалению, банку нужен поручитель. Серьезный поручитель. Иначе кредит будет отозван. Понятно.
Ну, спасибо. Всего доброго. Ну, что он хотел? Мил, вы можете быть моими поручителями по кредиту? Поручителями? Угу. Ну, ты знаешь, что это значит? Если у тебя не будет денег на погашение кредита, то платить будем мы. Ну, все не поправятся, мы все заплатим. Это же временно, просто условия банка. Я же не денег у тебя прошу. Слав, ты меня извини, но хоть я и не банк, я прекрасно знаю, что денег у тебя нет и взять негде. Ну, что скажешь, не так? Ну, Сеня. Ну, что Сеня? Когда он на ноги станет? Ты думаешь, что в твоем соцобеспечении тебе помогут найти деньги на операцию? Ой, Слав, спустись на землю. Вообще, мы, конечно, хотели бы помочь. Он не настолько богатый. И потом у нас с Костей были какие-то свои планы. План? Mm-hmm. А если Сеня не сделать операцию, у него не будет никаких планов. Пусть Костя и живы, и здоровы. И между прочим, если ты помнишь, Сеня, когда за тебя вступился перед Карбышевым, ни на секунду не задумался о последствиях. Слав, вот не надо. Его никто не просил Карбышева убить Мурду. И вообще, у них и без меня своих конфликтов хватало. Может, он просто хотел уйти на вольные заработки. Так что уволился он по своей воле, а я... тоже пришлось мне. Слышал бы тебя, Сеня. Своя рубашка ближе к телу, да? Понятно. Были с вами у Богдана Анатольевича. Ну, у доктора в поликлинике. Он Ваньку осмотрел. Сказал, что все в пределах норм. Держи. Здорово. Все удивлялся, как он вырос. Так что все у нас замечательно. А я Ваньке сказала, что если он хорошо закончит год, то мы поедем путешествовать. Куда глаза глядят. Прости, потом поем. Что-то не хочется. Спасибо. Держи. Путешествовать, куда глаза глядят, это хорошо, но... Славка, а что с ногами делать, а? Я же не дурак, я все понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Все будет хорошо. Все будет как раньше. Как раньше не будет. К сожалению, очередь по квотам на имплант идет медленнее, чем хотелось бы. И что это значит? Это плохо. Есть риск разрушения вещества спинного мозга. Это может привести к тому, что со временем вашего мужа может парализовать полностью. Сколько у нас есть времени? Этого не знает никто. Слишком много факторов. Скажите, у вас точно нет возможности приобрести имплант на коммерческой основе? Сколько? Предварительно 4500 долларов. Это с операцией. Точно я смогу сказать, только отправив запрос. Заказывайте имплант, а деньги я найду. Привет, прости, в больнице задержалась. Слушай, ты прости Милку. Она не со зла. Сеня ее брат. Она любит его просто. Да ладно, все, проехали. Сама как-нибудь. Что с фурой? Фура у вас везучая. Хоть и перевертыш. На дорогу вытащили, она и поехала. Колодки, правда, нужно поменять. И такое по мелочи, но... В целом ездит.
Ой, Коль, спасибо за хорошую новость. Я думаю, если ее в трейдинг отогнать, 1030 можно выручить. Нет, я не буду ее продавать, она же Сенина. Как мы жить-то будем? Я ее в найм сдам. Какой найм? Я заходила к Сене на почту, там есть один заказ, и как раз на предзаказ импланта хватит. А на операцию потом соберу. Дай заказ глянуть. Вот. Слушай, Слава, это подстава какая-то. Ну, смотри, 21 век на дворе. Никто уже на физлицо транспорт не заказывает. У всех для этого есть конторы. Плюс там адрес общий, базовский. Слава, на левак нарвешься, будешь потом перед ментами оправдываться. Мама, не горюй, я тебе. Да почему на левак? Чего ты взял? Обычный заказ, когда Сеня от Карбышева ушел, на вольные хлеба ему такие каждый день приходили. Не знаю я. Стремно это как-то. У тебя водителя нет? Будет. Бойкая у Сеньки баба. Угу. Бегает туда-сюда. Да и ко мне с налета подскочила, мол, на Сенькиной фуре съездить. Заказ есть. Ага. Так она и ко мне подходила. Да? Да. Ну, у меня у Карпышева такой график, продохнуть некогда. Да. Я отказал. У меня тоже у Карпышева. Завтра весь день. Хоть я и не прочь был бы подсобить ей. Слушай, вряд ли она с кем-то тут договорится. Он и к Пашке, и к Беспалову подходила. Все в один голос, нет. Здрасте. Привет. Заказ не возьмете на завтра? Заказ? А чей заказ-то? Ну, мой. Ты что, у нас королева дорог, что ли? Где это видано, что баба заказами рулила? Ну, а что не так? $500, хорошие деньги, прибыль пополам. Ну, у нас пока еще не Америка. У нас заказами мужики рулят. Можно подумать, в Америке женщин. А ты знаешь, я вчера в новостях видел, там одна баба 25-тонник сама водит и за сутки 800 километров дает. Так что, если тебе очень надо, вон, садись за руль и сама рули. Королева дорог! Алло. Ну что, ты нашла водилу? Нет, пока. Можно подумать, ты беспокоишься. Ну, Слав, зачем ты так? Слушай, Костя говорит, что лучше всего фуру поставить на трейдинг. Так будет надежнее. Мила, это неделя на все про все. А деньги срочно нужны. Он не может больше ждать, понимаешь? Мы и так уже 10 дней потеряли. Слав, ну ты из себя героя не строй. Ты же не мужик какой-то, чтобы с фурами возиться. Это им легко, они кинули права в карман и батрачат, сколько влезет. Да, права, это хорошо. Я тебе перезвоню. Так, категория, категория. Есть. Это Слава. Славочка, ты? Да, Софья Степановна, здравствуйте. А чего ты сегодня второй раз? Ты же еще утром все занесла. Это на завтра. Я решила сейчас занести, потому что завтра меня не будет. Как не будет? Ну, я не смогу просто уезжать. Бросаешь меня, да? Софья Степановна, ну как я вас могу бросить? Я просто сделаю одно дело и вернусь. Заодно ваших любимых конфет привезу. Ну, ладно. Про конфеты не забудь. Хорошо. До свидания. Счастливо.
Как она будет ездить, а? Ну, а права? Да есть у нее права. Она же с Синькой за компанию получила, когда они учились в местной бурсе. Ну, до поступления в институт, до отъезда в город. Так это когда было? Лет 100 уже прошло. Ну, чего ты ко мне пристал? Причем здесь я? Возьми да сам с ней поговори. И вообще, что это ты из-за нее так переживаешь? Она не маленькая уже, справится. Ну, ты за рулем фуры ездила когда-нибудь? Да выключи, пожалуйста, этот пылесос, ну. Так, все! С меня хватит, я не хочу слушать ни о фурах, ни о славах. И вообще, а почему я только должна пылесосить? У тебя что, руки только для руля, да? Мил. Ванюш, просыпайся. Просыпайся, просыпайся. Завтрак на столе. Я еще 5 минут. Ванюш, ты сегодня ночуешь у Милы, она дома будет в 6. С чего это вдруг? У меня заказ на Добров, а это далеко. Сама поедешь? Ну да. Только папе об этом молчок. Хорошо. А тебе можно? Ну, а кто сказал, что нельзя? Давай, давай, пойдем завтракать. Мам, подожди. Вот, держи. Такой, как у папы. Только треснувший немного. Но это же не считается. Конечно, не считается. Спасибо, Ванюш. Пойдем, пойдем. Не передумала? Нет. Если хочешь знать мое мнение, ты сумасшедшая. Нет, у меня просто нет выбора. Слав, выбор есть всегда. Как ты не поймешь, это очень опасная работа. И вообще, ты извини, но это не для женщин. Кость, ну перестань, а. Хорошо, давай запрыгивай. Сцепление медленно, вот так. Радиус больше бери. Подтормаживай. Притормаживай. И сцепление подрабатывай чуть-чуть. Выравнивай. Газ. Сцепление плавно отпускай. Радиус. Еще радиус больше бери. Притормаживай чуть-чуть. Уравняй газ. Вот так. Торопись. Вот тебе чуть вперед протяни и назад сдавай. Чего смотришь? Давай еще раз. Так, все, мне пора. Выходи. Главное, запомнил? Запомнил. Повтори. Да запомнила я, Кость. Повтори. Никогда не останавливаться на дороге, что бы ни случилось. Попутчиков не брать. Хорошо. Потому что на дороге сейчас неспокойно. Фуры грабят, водилы молчат, никому не охота с ментами связываться. Удачи. Спасибо. Чего надо? О, ты что ли? Ну? Все-таки села сама за руль. Ты что, не видишь, что у тебя колесо спущено?
Как спущено? Ну, вот так спущено. Ненормально. Чего ж тебе дома-то не сиделась, дурюха? Да, да, женщина, твое место на кухне. Да чем эта работа хуже, чем... Чем что? Чем дома сидеть? Любимому мужу ужин готовить? Или ты не замужем? Мой муж Семен Милорадов, это его фура. Вы здесь недавно, что ли? Здесь недавно. А вообще я 20 лет баранку кручу. Или вы с ним поменялись? Ты теперь баранку крутишь, а он тебя дома с ужином ждет. Он в аварию попал, в больницу сейчас. Еще вопрос? Ну, теперь понятно. Ты куда едешь-то? Задорожный проезд 46. Карбышева, что ли, подрядилась? Нет, Леонид Посохов, заказчик. Знаете такого? Посохов. Знакомая фамилия. Не слышал. Ладно, мне ехать надо. И учись сама колеса менять. Королева дорог. А то в следующий раз меня не будет. Да умею я. А за помощь спасибо. Фома, иди сюда. Вон, Сенькина баба все-таки нашла водилу. Походу, дачник какой-то. Сейчас еще и окно поломает. Лёнь, слышь? Ты посмотри за этой погрузкой, а? Что окно? Сейчас. Аккуратненько. Тихо. Опа. Грузи. Это что тут происходит? Погрузка. Машин не хватает. Я вот Сеньке звякнул на подмогу. Да, и он согласился? Ну, конечно. Деньги-то всем нужны. Ну, а кто за рулем? Как кто? Сенька за рулем. Милорадов Сеня. В больнице лежит с переломом позвоночника. Подождите. Вот же написано Милорадов С. И подпись. Не Милорадов, а Милорадова. Это жена его. Так еще теперь что, выгружать обратно? Времени нет. Игнат! Чего? Пойди сюда. Жена Милорадова в рейс уходит, проводишь ее. Так я в Малоярск еду, это ж какой крюк давай. Успеешь, Малоярск. Милорадова. Права покажи. Давай быстрее. Так, все нормально. Фура загружена. Игнат тебя будет провожать. Вон он стоит. Держи за ним. Поняла? И станцию включи. 2,735 МГц. 15 канал. Справишься? Все нормально? Вы, наверное, что-то перепутали. Я вообще к Посоху подрядилась. Леня Посохов тебя только что погрузил, а он работает на меня. А раз подрядилась, поезжай давай. Все, время, деньги. Жми на газ. Карбышев сопровождение к Сининой бабе приставил. Ну, смотри сам. Так. Вот черт. Да делать мне нечего, как приглядывать за чужой бабой. Тоже мне королева дорог. Игнат,
Игнат! Меня кто-нибудь слышит? Игнат!